Неверная 11 и 12 серия. Вечер неприятных воспоминаний стал судьбоносным для пары Евгения и Елены. Все те знаки, которые недавно пугали женщину и казались странным стечением обстоятельств или плодом ее фантазии, оказались жуткой реальностью. Главная героиня осознала, молчание больше не могло скрывать ее тайну. Впервые за долгое время она решилась рассказать мужу о своем прошлом. Алексея отправили за решетку за убийство его бывшей жены, кто мог подставить мужчину под уголовное дело за преступление, которого он не совершал. Полина наконец пришла к соглашению с любимым, но наутро заметила его отсутствие. Алексей не выходил на связь сутки и напугал таким поведением невесту. Позже мужчине удалось созвониться с любимой и братом и сообщить, его задержали и подозревают в убийстве живой Елены. Девушка Алексея в сериале «Неверная» обратилась за помощью к знакомому адвокату, чтобы вытащить жениха из передряги. Максим и Полина решили провести собственное расследование, но им помешали полицейские, пришедшие обыскать дом. Впоследствии они нашли то, что поставило под сомнение честность и человечность Алексея даже для его близких людей.